После утренней молитвы, фаджр, субханаллах, это самое лучшее место на земле. Представьте, да, люди пойдут на машхар, субханаллах, сколько здесь людей. Сколько? Ярмоз. Сам бегут. Сколько разных людей здесь. Разных национальностей, статусов. Но хадж объединил их. Тут нет богатых, бедных, все едины. Закончили мы ибада, таваф. Направляемся сейчас в отель. Побреем волосы. И на этом умра закончена. Алхамдулилла. Сколько разных языков я слышу. Сен-Шевен. How much? 10 real. 10 real? Yeah, go. Так, вот человек перехватил нас за 10 реалов. Человека будет постригать. Они стоят здесь на улице, перехватывают. В этом отеле вот. Как в прошлый раз. Сейчас он передаст эстафету другому, наверное. Вот так они находят клиентов.
Let's wait. He's coming. Ну вот, здесь все можете необходимые вещи купить себе. Не так дорого. Ну, здесь возле Кабы чуть-чуть подороже. Чем дальше, тем дешевле. За 10 реалов, значит, он побреет. Но это недорого. Где-то 250-270 рублей выходит. Ну вот, друзья, мы внутри этого здания, высокого, башни этой, с часами. Мекка. Вот здесь вы можете купить все необходимое. Ширпотреб. Потом надо будет как-нибудь прийти. Сейчас устали очень. Сейчас после фаджра получается почти 6. Не спали до утра, до фаджра. Вот, совершили умру. Остается сейчас побриться и все. И на этом умра закончена. Альхамдулилля. Так, куда нас ведет эта красная футболка? Друзья, что-то никому не спится. Время 6 утра. После умры люди еще бодры, бодры и веселы, как говорится. О, тут сколько всего. Вы можете найти. Так, идем, идем. Мы уже что-то уже минут 10 идем. Никак дойти не можем. А вот здесь вы можете позавтракать. Барбершоп. Друзья, смотрите, привел он нас сюда, а здесь столько народу. Всем надо. Субханаллах. В общем, как-то так, друзья. Это последний штрих. И все, альхамдулилля. Вот такая суета. Субханаллах. Вот как все это происходит, друзья. Иголки негде упасть. Все толкаются. Быстро-быстро. Вот так.